Всем привет! Это ФАК, и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня «Монстры против пришельцев». Игра, которая точно понравится подрастающим геймерам и не заставит скучать их родителей. Архивы НКВД, охота на фюрера, операция «Валькирия». Достойный квест от отечественных разработчиков. Пора потянуть ваши знания по мировой истории. Wallace & Gromit's Grand Adventures, эпизод 1. Забавный квест о похождениях веселых героев. Английский юмор с оригинальными головоломками в комплекте. Особо опасен «Орудие судьбы». Неплохая игрушка для тех, кто хочет развлечений без напряга. Совсем недавно свет увидел на удивление качественный исторический квест отечественного производства «Архивы НКВД. Охота на фюрера. Операция «Валькирия». Игра предлагает нам принять участие в секретной операции и, конечно же, подтянуть свои знания в мировой истории. Глаза горят. Почти в тот же период времени, тех печальных событий 45-го, в которых гибли миллионы человек, началась и другая война. Война спецслужб. Некоторые интересные моменты этого противостояния легли в основу идеологии «Архивы НКВД». Сюжет первой части разворачивается в начале 1944 года. И именно тогда случилась так называемая «Операция Валькирия». Заговор немецкого сопротивления против фюрера, который закончился неудачным покушением. Сценаристы игры в лице Esperline Games позволили себе немножко пофантазировать. И теперь предлагают нам сыграть за штандартенфюрера гестапо Майера, который работает на советскую разведку. Он знает, что гестапо идет по следам сговорщиков и пытается им помочь. Для этого ему предстоит внедриться в тайную полицию, отыгрывая роль истинного патриота Германии. И, конечно же, направить гестапо по ложному следу, для того, чтобы подготовить покушение на самого фюрера. В процессе создания игры разработчики из Esperline Games использовали архивную историческую документацию, а также прибегали к помощи профессиональных историков. Неопределенность обстоятельств гибели Адольфа Гитлера по сей день оставляет место для различных версий и интерпретаций. Нам же представляется уникальная возможность самостоятельно проверить историческую гипотезу. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске «Архивы НКВД. Охота на фюрера. Операция Валькирия» займет 2 ГБ. Игра сделана в лучших квестовых традициях. Здесь нашлось место разнообразным, логичным, сложным, простым и, наконец, интересным загадкам. Почти все пазлы здесь можно решить как минимум двумя способами. Немалая часть геймплея происходит и в диалогах. Персонажи постоянно ведут беседы, спорят, задают вопросы и отвечают на них. Во время диалогов главный герой перелопачивает огромное количество фактов, которые порой оказываются весьма любопытными. В управлении задействована лишь мышка, что традиционно для квестов. Пятерка за геймплей. Разработчики явно провели много бессонных ночей, чтобы создать настолько детализированный фотореалистичный мир. Из минусов хочется отметить простенькую анимацию. В итоге четверка за внешний вид. Что касается звукового сопровождения, то тут стоит отметить большое количество речи. Также стоит обратить внимание на огромное количество диалогов и мыслей вслух. Что до музыки, то она традиционно для игр про Вторую мировую. Пятерка за музыкальное сопровождение. Да, черт побери, и что? Я знаю о ваших симпатиях к фрау Рёк. Да что вы знаете, Майер? Да что вы знаете? Ей, моей Марике, целовал руку сам Гитлер. Она вместо нашего Зигхайль подарила ему Книксон. «Архивы НКВД. Охота на фюрера. Операция Валькирия» – безоговорочно хороший квест. Разработчики создали необычный, интересный и познавательный сюжет, да еще и приправили его качественными загадками, которые можно решать разными способами. Это действительно исторически достоверная игра, которая способна окунуть с головой в Германию 45-го. Общая оценка игры – 5 баллов.
Операция «Валькирия» – более чем достойный представитель своего жанра. Перед нами грамотно сделанный квест с необычным сюжетом и множеством интересной исторической информации. Конечно, без подсказок здесь вам не обойтись. Поэтому смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Вопрос. Помогите. Я не могу найти ключ от шкатулки. По сюжету Майер не помнит, куда он его положил. Отвечаем. Сначала вам нужно пройти в спальню. Затем кликнуть на фотографию возле каминной полки. А потом подойти к телефону и, наконец, вытащить ключ из папки на рабочем столе Майера. Следующий вопрос. Я не знаю, как выйти из квартиры, когда ее запирает Юрген Клаус. Что мне делать? Отвечаем. Вам нужно воспользоваться ножом и перерезать провод, проходящий вдоль плинтусов. Следующий вопрос. Я напечатал фотографии от Клауса, что делать дальше? Ничего не происходит. Отвечаем. Вам нужно собраться с силами, подойти к телефону и назначить встречу Хефнеру. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Компания Telltale Games выпустила первый эпизод из серии квестов Wallace and Gromit's Grand Adventures. Имя его Fright of the Bumblebees. В компании двух причудливых персонажей нам предстоит как следует похихикать и, конечно же, пошевелить извилинами. Уоллес и Громит – главные персонажи в серии из нескольких короткометражных и одного полнометражного британских мультфильмов, созданных Ником Парком Wardman Animations. Все его персонажи слеплены из пластилина на проволочной основе и сняты методом покадровой анимации. Уоллес – легкомысленный изобретатель, поклонник сыра, особенно сорта Уэнсдейл, и владелец пса по имени Громит, который кажется намного более разумным, чем его хозяин. Что же до самого Громита, то он любит вязать, читать газеты, свой будильник, косточку, а также свою с Уоллесом фотографию в рамочке. Он довольно ловко обращается с электрическим оборудованием. Кстати, в переводе с английского «Громит» — это кусочек электрической изоляции. Кроме того, он чуткий, сообразительный и находчивый. Первый эпизод, а всего их будет 4, стартует на улице Вест-Уоллеби. Уоллес, видимо, под давлением мирового финансового кризиса, начинает испытывать финансовые затруднения. Некий Снифер 3000 сует нашему бедняге палки в колеса, пытаясь уничтожить сырный магазин, в котором работает Уоллес. Владелец сырного магазина предлагает Уоллесу пари – найти 50 галлонов меда для фестиваля «Крампец», и тогда все долги за любимый сыр будут списаны. Нам с вами предстоит выяснить, каким образом все это будет происходить. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 64 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 600 ГБ. Создатели виртуального сериала в лице Telltale Games при непосредственном участии кровных родителей Aardman Animations ставят героев перед необыкновенными, местами абсурдными проблемами, из которых надо искать выход. То нас заставляют мастерить механизмы непонятного предназначения, то разгадывать головоломки. Конечно же, при всех этих действиях надо учитывать способности Уоллеса и Громита, ведь разработчики дают нам возможность поиграть как за одного, так и за другого героя. По сути, это обычный квест, и поэтому все управление осуществляется одной лишь мышью. Игра напичкана массой каламбуров и смешных ситуаций. 4 за геймплей. В игре используется модифицированный трехмерный движок, перекочевавший сюда из сериала «Сэм и Макс». Персонажи на экране выглядят точь-в-точь, как в известном анимационном фильме. Способ их перемещения напоминает покадровую технику, применяемую в мультиках. Что же касается интерфейса и обзора камеры, то тут все традиционно для Telltale Games. 5 за внешний вид. Музыкальное сопровождение тоже не отстает. Веселые мелодии, звуки различных самодельных механизмов, кудахтанье кур, диалоги – все это и есть, и надо сказать, на высоком уровне. 5 за звук. Well, I suppose I was, Major. Bet you'd like to know what's inside. There's Gromit playing a spot of chess. Let's walk over and have a look. P
Первый эпизод Wallace & Gromit's Grand Adventures однозначно удался. Игра поражает знакомым мультяшным стилем графики и настоящим английским юмором. Интересные головоломки заставят вас как следует пошевелить мозгами, а приятные персонажи составят вам хорошую компанию на пару-тройку вечеров. Общая оценка игры 4 с плюсом. Wallace and Gromit's Grand Adventures, эпизод 1, выглядит один в один как известный анимационный фильм и радует забавными головоломками. К сожалению, игра только на английском языке, и поэтому многие ее испугаются и, возможно, пройдут мимо. Другие же посмотрят наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Вопрос! Помогите! Я дошел до белки и не понимаю, что ей нужно дать, чтобы она вытащила из заточения робо-мышь. Уоллес намекает мне на то, что я должен сделать, но не дает подсказок, как это сделать. Как быть? Отвечаем. Все очень просто. Вам нужно добраться до кухни и вытащить из тостера кусочек хлеба. Белка примет ваш презент и поможет в дальнейшем. Следующий вопрос. К моему окну подошел какой-то тип. Я не понимаю, что нужно с ним сделать. Дайте хотя бы намек. Ну, пожалуйста. Отвечаем. Все, что нужно вам сделать, просто поприветствовать его и быть дружелюбным. Следующий вопрос. Я дошел до встречи с офицером. У меня есть кусочек сыра, и я понимаю, что мне каким-то образом надо положить этот кусочек ему в шляпу. Но как это удобно сделать? Отвечаем. После диалога кликните двойным щелчком на его главном уборе, и он отложит его. Дальше дело техники. Смотрите далее! Особо опасен орудие судьбы. Неплохая игрушка для тех, кто хочет развлечений без напряга. Монстры против пришельцев. Игра, которая точно понравится подрастающим геймерам и не заставит скучать их родителей. Смотрите далее. Монстры против пришельцев. Игра, которая точно понравится подрастающим геймерам и не заставит скучать их родителей. Особо опасен орудие судьбы. Неплохая игрушка для тех, кто хочет развлечений без напряга. Родители, будьте бдительны. Если вы решили оторвать ребенка от компьютера и сводить его в кино, то такая прогулка может закончиться для вас лишь покупкой очередной игры. В данный момент наибольшую опасность представляет новая детская аркада «Монстры против пришельцев», созданная по мотивам одноименного полнометражного мультфильма. Родители, будьте бдительны. Следите за анонсами новых компьютерных игр. Разработчики компьютерной игры «Монстры против пришельцев» решили не мудрить и полностью перенесли в виртуальное пространство сюжет одноименного мультфильма. Для тех, кто не в курсе, напомним, что главный герой – команда монстров, которых правительство решило изолировать и поместить в гигантскую сверхсекретную тюрьму. Но вскоре над планетой нависла угроза в лице беспощадного повелителя космических пространств Галактозара. Спасти Землю могут только наши узники – команда монстров. Давайте познакомимся с нашими героями. Монстр номер один – доктор Таракан. Отличился тем, что хотел наделить людей живучестью таракана. За что жестоко поплатился? Монстр номер два – Боб, как и его ученый товарищ, стал жертвой научного эксперимента. Впрочем, ему повезло несколько больше. До этого он был обычным помидором, которого скрестили с желе. Третий монстр – рыба-человек или неизвестное звено эволюции. Он самый старый из этой компании. По оценкам ученых, ему около 20 тысяч лет. Четвертый монстр – насекомозавра, гигантская личинка, получившая радиоактивное облучение. И, наконец, пятый член команды монстров – гигантика. В прошлом обычная девушка Сьюзен, на которую упал метеорит прямо во время свадьбы. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске аркада «Монстры против пришельцев» займет 7,5 ГБ. Understood. Stay back.
Геймплей рассчитан прежде всего на детскую аудиторию. Любые препятствия, возникающие на пути наших героев, преодолеваются самыми элементарными средствами. Но эту простоту игрового процесса скрашивает большое количество видеовставок, которые превращают прохождение в просмотр интерактивного мультфильма. Одним словом, играть в монстров против пришельцев не сложнее, чем смотреть одноименный мультфильм. Четверка за геймплей. Графика никакими новыми технологиями похвастать не может, но при этом картинка не разочаровывает и прекрасно передает атмосферу мультфильма. Четверка за внешний вид. Звук в игре хорош. На фоне звучит непритязательная мелодия, а наши герои кружат врагов направо и налево. Не отстает и озвучка самих уровней. Вкупе все эти звуки полностью погружают вас в пространство игры. Пятерка за звук. В итоге мы имеем добротную детскую аркаду с увлекательным геймплеем, большим количеством видеовставок, неплохой графикой и атмосферным звуком. «Монстры против пришельцев» — игра, которая точно понравится подрастающим геймерам и не заставит скучать их родителей. Четверку получает сегодня аркада «Монстры против пришельцев». Как только что выяснилось, компьютерная игра «Монстры против пришельцев» может представлять опасность не только для детей, но и для их родителей. Еще одно подтверждение этому неутешительному факту мы обнаружили, прочитав ваши письма. Трудности с прохождением возникли даже у взрослых людей. Но, друзья, не надо отчаиваться. Наши ответы помогут вам справиться с пришельцами в самые кратчайшие сроки. Вопрос. Я играю за Боба. Никак не получается пройти коридор, в котором по всей длине стоят охранники. Что делать? Отвечаем. Здесь нужно воспользоваться способностью вашего персонажа проглатывать предметы. Таким образом, завладев телом крайнего охранника, вы сможете плюнуть им в следующего и расчистить себе проход. Вопрос. Помогите пройти уровень за Сьюзан. Меня убивают какие-то роботы, а объехать их не получается. Как быть? Отвечаем. Сьюзан, девушка, конечно, хрупкая, но какого-то там робота может вырубить на раз. В этом случае нужно не перепрыгивать или объезжать препятствие, а разрушить его ударом локтя. Вопрос. Я играю за пропущенное звено. Попал на какую-то арену, где роботы не кончаются, и выйти никуда нельзя. Что мне делать? Отвечаем. В этом задании вам необходимо убить 3 противников одним ударом в прыжке. Делайте это следующим образом. Сначала аккумулируйте энергию, затем совершаете прыжок, и время останавливается. В этот момент нужно указать вашему персонажу направление ударов. Делайте это уже при помощи мыши. После можно расслабиться и понаблюдать за исполнением великолепного комбо-удара. Wanted Weapons of Fate. Игра по мотивам. Этим и ограничимся. Скажем только, что для шутера это очень неплохой продукт, который заслуживает вашего внимания. По мотивам чего сделана эта игра, попробуйте догадаться сами, если еще не в курсе. Особо опасен «Орудие судьбы». Это боевик от третьего лица, в котором перестрелки чередуются с драками. В игре реализованы все инновационные моменты, представленные в оригинальном голливудском боевике «Особо опасен». Это стрельба по изогнутой траектории и, конечно же, замедление времени во время перестрелок и драк. Для этого используется сложнейшее физическое ядро, которое просчитывает сразу несколько уровней различных действий и происходящих на экране событий. К проекту приложил руку Пит Уанов, который съел собаку на производстве видеоигр по кинопроизведениям. На его счету такие проекты, как The Thing, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher's Bay и Scarface, The World is Yours. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти, а также 5 ГБ на жестком диске. Разработчики создали полностью новую механику геймплея.
Игроки и фанаты картинок будут более чем обрадованы возможностью закручивать пули и вступать в удивительные схватки. При этом сама игра не то чтобы откровение. Это качественный, неглупый экшен, который в основном работает на нюансах. На первый взгляд происходящее напоминает Gears of War. Одна из самых интересных фишек – стрельба по дуге. По специальной кнопке игра выводит на экран дугу, которую можно вертеть и крутить как угодно. Наиболее удачный вариант – игра подсветит белым цветом. Здесь же стрельба с двух рук по двум параболам одновременно. В общем, уверенные 4 балла за геймплей. Внешняя игра выглядит не то чтобы очень привлекательно, но вполне современно для линейного шутера по фильму. Модели персонажей и их анимация очень хороши, а спецэффекты аккуратные и выглядят естественно. Наша оценка внешних данных игры также 4 балла. Звуковое сопровождение также не отстает от других параметров и поддерживает атмосферу игры. Актеры озвучания достойно справились со своей задачей, и слушать диалоги – одно удовольствие. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, а наша оценка звука – 5 баллов. Once I was clueless and pathetic, just like you. Sitting in front of the TV, playing video games, getting fat. I was a loser. But what if one day someone gave you the chance to escape your boring little world? Leave it all behind. Only there's one catch. You have to become a killer. Особо опасен орудие судьбы, неплохая таблетка от скуки. Хоть на большее игра не претендует, мы все равно поставим 5 баллов за общее впечатление от игры. Игра Wanted Weapons of Fate отдает настоящим, не фальшивым первобытным драйвом, который зашит в генетический код очень небольшого числа шутеров. Это такой сплошной спецэффект, как и фильм-оригинал. Но для многих геймеров эта игра вполне может оказаться посредственностью. Если вас это не касается, обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. У меня проблема на первом уровне. Когда в замедленном режиме нужно убивать спецназовцев, герой выпрыгивает из окна и почему-то погибает. Что нужно сделать? Отвечаем. Обратите внимание, что в момент прыжка видно не только спецназовца, но и еще один объект в правой части экрана. Это пуля. В нее тоже надо попасть. Следующий вопрос. Как завалить командира отряда СУАЗ? Что вообще нужно делать? Отвечаем. Вначале нужно немного погоняться за ним, просто пробежать вперед, убивая всех подряд. А такие ситуации, как в конце преследования, объяснялись во время обучения. Нужно спрятаться за укрытием и пострелять в сторону противника, не выходя из укрытия. Противник на некоторое время отвернется, и именно в этот момент нужно переместиться за другое укрытие и оттуда стрелять по врагу. Следующий вопрос. Помогите мне пройти уровень, где нужно с пулеметом отстреливаться 2 минуты. Ну никак не получается. Помогаем! В этом месте есть 2 режима стрельбы. Прицельный и еще один режим, в котором вы прикрыты щитом и не получаете урона. Постреляли немного и спрятались за щит восстановить здоровье. Проблем быть не должно. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить на сайт musdefistivi.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faq@musdefistivi.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!